Для устрашения они все время говорили, не идите туда, там выше на море, там никуда не идти. Они не хотели, чтобы люди выходили в море. Они все время говорили одно и то же, домов нет. Все выжжено, все разбомблено, там идти нет. Типа не ходите туда, там плохие парни, они вас будут. Мы знали о коридорах из радио, у нас было радио. Мы ловили волны, и мы знали, что есть коридоры, мы не могли до них добраться. Нас не выпускали из-за этого. Нас держали в бункере и просто не выпускали из завода. Мы по радио слушали, коридор, а как нам туда? Вот. Нас военные не выпускают. Говорят, мы вас туда не выпустим, там нехорошие люди, они вас сейчас расстреляют, они вам сейчас вот, ну, короче, туда вам нельзя. Ну и прикрывались, типа, ну мы же за вашу безопасность переживаем, да? Поэтому возвращайтесь в бункер самостоятельно. Мы работаем в заводе вместе с мужем. Да, мы самостоятельно пришли туда 26 февраля, понимая, что это безопасное место. Конечно, мы об этом не могли подумать. Это гражданский объект, это место, где мы работали. Мы не могли представить, что это, поверьте, если бы я понимала, что со мной там такое случится, я бы, естественно, туда не пошла. Нет, мы шли туда спасать свои жизни и жизни своих детей. Мы понимаем, что это, ну, как бы надежное укрытие. Мы уже не могли, уже все, уже не пускали. Видимо, я так подозреваю, что они уже пришли с целью того, что мы здесь скроемся за мир. Ну, я так из радио узнавали. Вообще военные нам не доносили, нет, это не, чтобы пришли военные и сказали, ребят, коридор, выходите. Нет, такого не было. Мы знали информацию, но из радио. Но мы пытались выходить, а нас не пускали. У нас семья решила единогласно в Украину. Но если мы и решим вернуться, то только в Мариуполь, но не на Украину. Скажем так, Украина как государство, да, вот как я рождалась в Украине, оно для меня умерло. Мне очень обидно было, что вот так с нами поступали.